Дорогие друзья, всем добрый день! Сегодня радостное событие. Ровно год назад был создан канал «Автотакт», и уже год мы вместе делимся с вами идеями, красивыми кадрами, добрыми и приятными фразами, настроением, конечно же, хорошим. Уважаемый, дорогой наш канал «Автотакт», желаем тебе процветания, развития, новых ярких кадров, приятных слов и хорошего окружения рядом. Удачи! Dear ladies and gentlemen, I am full of happiness to congratulate our AutoTag channel with its first anniversary. Today is 1 year from the beginning of their channel creation, and I want to thank the channel for all the bright ideas it has, for all the bright films that he makes, and for all warm and pleasant phrases that he pronounces every day for us. Thanks a lot and good luck! Дорогие друзья, здравствуйте на канале «Автотакт». Более 200 раз я произнес эти слова для вас, и вы это слышали, и слышало море. Перенимаем эстафету города Киева и объявляем вам о том, что каналу «Автотакт» сегодня ровно год. 2 июня 2021 года каналу «Автотакт» год. Какой-то итог можно подвести. Все начиналось скромно, да и продолжает быть скромным. Такие вот сюжеты небольшие, скромные, показываем как бы с окна, видим обстановку и показываем вам. Нету специального оборудования каких-то, освещения, осветления, все очень просто, по-простому. И кому-то вот нравится. Огромная благодарность тем, кто поставил вот эту точечку, подписался на канал. В таком огромном потоке информации вписаться, влиться в такой вот интернетовский вот этот ручей невозможно. Невозможно, потому что все занято, все слова сказаны, красивые слова, поэты, Пушкин, все разобрали на цитаты. И поэтому нам помогала только природа, море замечательное, небо создавало нам такие условия, чтобы показать именно вам ситуацию, какую-то необычную ситуацию или обычную, как-то удивить вас. И вы смотрели вместе с нами. Уважаемые друзья, очень признателен вам за то, что вы оставались, за терпение за ваше. Пишите отзывы, любые, положительные, отрицательные, ругайте. Ну, как угодно, всегда рады вам, всегда будем понимать и принимать вашу сторону, потому что именно для вас вот это все снимаем, делаем такие вот броски, сюжетики. Может быть, кто-то, смотря на нас, на такой вот свободный уровень, начал тоже показывать, снимать какие-то любимые места свои. Поэтому огромное спасибо еще раз. Всего вам доброго. Замечательные наши друзья, подписчики. До свидания. Канал «Автотакт».